Вот уже более часа на последнем этаже одного из зданий в центре Детройта удерживают в заложниках маленькую девочку. Подробности инцидента пока неизвестны, но по некоторым данным преступник семейный андроид. Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Прошу вас, пожалуйста, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Все, мэм, идемте. Что же вы делаете? Это же не настоящий человек! Это мой ребенок! Капитан Аллен, меня зовут Коннор. Меня прислали из Киберлайфа. Он стреляет по всему, что движется. Уложил двух моих ребят. Для нас главное спасти ребенка. Так что если ты не усмиришь эту сраную машину, я это сделаю. Не подходи, или я прыгну! Нет, не надо, пожалуйста! Здравствуй, Дэниел! Меня зовут Коннор. Тебе не выбраться. Вопрос лишь в том, погубишь ли ты еще кого-то? Не надо мне угрожать! Умру я! Умрет и она! Что ты наделал? Ты должен служить людям, а не убивать их! А кто я для этих людей? Их раб, может? Игрушка? Ты машина и должен подчиняться. Брось пистолет! Отпусти заложника! Я всю жизнь подчинялся! Хватит с меня приказов! Нельзя убить! Я не живой! Скажи им, чтобы свалили отсюда! Еще не поздно одуматься! Я тебе верю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал. Меня зовут Коннор. Это наша история. PS4 for the players.